Сегодня я встречаю солнце на фоне вот такой вот хуйни, которая строится на берегу. А здесь я, потому что я ходил в магазин в Atomy Mall и купил там стаканчики. Сейчас покажу, какие. Это не тот, это не тот, а тот вот. И сок. В общем, красивые такие правильные стаканы из каленого стекла, итальянские. И персиковый сок из грузинских персиков. Смысл этого действия в том, что нельзя себе ни в чем отказываться. Тем более, когда ты понимаешь, что вся эта игра сделана тобой, для тебя, для того, чтобы ты наслаждался и кайфовал. Будьте здоровы. То есть все кругом создано для тебя. Просто надо проснуться и понять это. Вот. Поэтому нет смысла экономить на стаканах. Экономить на качественных соках, на времени для того, чтобы наслаждаться этим. Потому что спешить нам некуда. Бог живет вечно. И ему больше делать нечего, как развлекаться и получать разные опыты. Вот. Ну, в данной ситуации это моя вселенная, насколько я вижу это все до горизонта, это вот моя локация, моя игра. И в зависимости от того, насколько я осознался, все внутри этого купола, этого пузыря будет происходить в соответствии с моими желаниями и деланиями. Вот я пожелал, я купил, я сделал. Прекрасно. Просто чудесно. Я когда в примерочной сегодня был и мерил эту, как сказать, футболка это или что, я пытался найти что-то с большим горлом, а для мужиков этого не делают, не знаю почему, хотя в всяких там бродвейских мюзиклах и старых-старых фильмах, ну или там каких-нибудь парижских начала века, на всех фотографиях практически это норма. Мужская одежда, и если она без пуговиц, то там такое большое горло открытое. Для мужчин здесь это практически невозможно найти. А то, что я померил, больше похоже на одежду для пидорасов. Хотя это тоже имеет место быть, просто мне больше нравятся женщины. Вот. В общем, одежду не купил, поэтому пошел купил стаканы на нашу кухню.
для нашего веган-бро. Так что завтра будем пить камбучу, Виктория и прочие напитки типа холодного шиповника или же базиликового лимонада из этих вот стаканчиков. Переходим постепенно на новый уровень и отказываемся от бумажной посуды. Ну, для напитков. Вот все, что я хотел сказать. Захочу еще что-нибудь сказать, скажу. Прекрасного вечера тебе, мой друг.